Сейчас мы идем по Манхэттену и пойдем в парк. А так видочки вокруг пока снимаю. Что есть красивенького. Таймс-сквер днем. Птички какие-то поют. Пересечение 64-й и 7-й авеню. Это дублика больше. Вот и кубик. How many did you have before? Мы продолжаем нашу прогулочку по Нью-Йорку. Кстати, мы по Бродвею идем. На улице вышли. Седьмая, кому понравилось наше замечательное и увлекательное путешествие по Манхэттену днем в Нью-Йорке, ставим лайк, пишем комментарии и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. В следующей серии мы будем уже гулять по парку. Замечательный, классный парк. Вообще, я не могу одно удовольствие гулять. Жалко, что температура была где-то 0,5. Вот такая плюс. Была бы теплая, вообще бы шикарно было бы. Но все это вы увидите завтра. Всем до новых встреч!